Ну, мы для эксперимента сегодня решили начать концерт в таком смешанном составе. Вот на барабанах Иван Логовский. Павел Пашкевич в тюбетейке. Александр Фетисов и Сталина в желтой курточке. Маргарита Соловьева и Сталина в белой рубашке. Сталина. И ваш покорный слуга Игорь Акимов в красной рубашечке. Просто вот эту песню, которую сейчас мы споем, она такая традиционная, поется в начале всяких наших встреч, лесных, там, полуночных. Мы отошли от детства на несколько шагов, и тут же разбрелись поодиночке. Оно еще нам светит, манит из-за стволов. В ночном лесу дрожащей красной точкой гори ночной фонарик бессонно за спиной. Ведь все пути сулят нам возвращение туда, где на поляне под старою сосной еще теплы. Мы отошли от детства всего на 5 минут, но 30 лет не можем возвратиться. Узнаем ли друг друга, когда нас соберут, и тот костер осветит наши лица. Мы могли бы избежать, и скольких лет бы нас не искалечил. Когда бы поверить нам, когда бы точно знать, что у костра под вечер ждет нас встреча. Когда поверить нам, когда точно знать, что у костра под вечер ждет нас встреча. Как часто мы бежали на свет, на голоса, но замедляли шаг, но замирали. Когда огонь из мрака выхватывал глаза, которых мы себя не узнавали. Пока ж мы продолжаем в усердии в поту, в ночном лесу кружиться беспокойно. Не стоит экономить любовь и доброту, но лучше не стоит экономить любовь и доброту, до лучших дней для лучших из достойных.